Всем доброго времени суток, с вами Александр Кадаршов. Продолжаем проходить второго Ведьмака. Так, я посмотрел. Значит, во-первых, в алхимии нам надо бы прокачать, А где он? Побочный эффект, катализ. Ничего не понял. Там вроде было написано какая-то крово, что-то там. А, вот кровообращение. Вот это вот надо прокачать, по идее. Эффекты всех мутагенов плюс 15. То есть мутагены не действуют... Короче, сейчас. Значит, что у нас тут? Вот на этих я знаю, что вроде как можно мутагены поставить. Я еще, получается, ни одного не докачал, в который можно мутаген зарядить. Там сбоку должен быть такой маленький значочек, и ты туда можешь вжарить мутаген. Пока что у меня их тупо нету, то есть я пока коплю просто на... Так, значит, мне надо будет вот досюда до кровообращения. Получается, мне нужно... Блядь, как мне много нужно. Длитель здесь эликсиров хорошо. Нахер не надо, ну ладно, пускай будет вот это. Это что у нас, шанс получить мутаген как побочный химический продукт? Блин, вот это тоже неплохо, даже не знаю, что лучше. Время длительности, вроде хватает, лучше вот этот тогда, потом... Масла, длительность действия масел увеличивается. И потом кровообращение. Потому что вот кровообращение надо вкачать до того, как вкачивать любой мутаген, потому что если ты его прокачаешь после, но уже вкачанный, это распространяться не будет. Так, ладно. Пошли. Скажешь что-нибудь? Мразь. Я готов снять заклятие. Все артефакты у меня. Значит, есть шанс, что мы скоро двинемся на Эйдирн, а к тебе вернется память. Мне понадобится твоя помощь, чародей. Я должен найти подходящие души. Они сами тебя найдут. Их притянет аура артефактов. Впусти в себя их мысли, их слова, их волю. И ты поймешь, что делать. Геральт, есть кое-что еще. Я сканировал поле битвы и наткнулся на душу домоправителя. Он отличается от других. Он изменился. Драуг. Этого я и боялся. Так, у меня есть кусок, кстати говоря, да. Брони. Удачи, ведьмак. Помните, там было, что я говорил в прошлой серии про ачивку, которую, типа, не поймя как... Непонятно, как достигается. Короче говоря, ачивка достигается, оказывается, за путешествие по сознанию. Там надо еще и, во-первых, не попасться ни в одну ловушку, выслушать все диалоги и в лагере, чтобы тебя не заметили. Тогда это просто скипается и продолжается дальше сюжет, а ты, типа, целиком путь в лагере не увидел, не посмотрел полностью воспоминания. Ну и хер с ним, ладно. Так, принять участие в призрачной битве во мгле. Ну, поехали. Урод. Да пошел ты нахуй, заебал, господи, что за мудак вообще? Сам ты урод, блядь. Урод, урод. Обычный серебряный. Он один, да, у меня? Отличный серебряный. Обычно балансированный, отравленный. Вот так вот. И посмотрим, пойдем к кузнецу. Я серебряных могу понаделать клинков или нет? Так, кстати, у нас тут чувак продает, по идее, рецепты ведь. Сыкут нос, настоящий святой воевать. Наслушался вражьей пропаганды? А, он здесь сидит. Он сидит, продает здесь только. Ведьмак о ней позаботится. Не, погоди. О. Не, погоди. Опа. Ага. Так. У него всякие рецепты есть. Барсук. Повышает шанс критических эффектов, снижает сопротивляемость. Вигра. Увеличит вид сопротивления, снижает шанс критических эффектов. Гром. Увеличит наносимый урон, сокращает здоровье. Зелье там... Увеличит силу знака, уменьшает здоровье. Вес Морибора. Увеличит энергию, снижает здоровье, шанс критического эффекта. Паучий яд. Масло вызывает отравление. Ну, в принципе, паучий яд неплох. Так, тиара. Мешает растут энергии при блоках. Ага. Филин.
Восстановление энергии, чайка. Сопротивляемость. Эссенция воды. Ну, это алхимические, чтобы эти находить. Масло самому, чтобы делать шкур трупоеда и крови трупоеда. Но опять же, я не так упарываюсь во все это, так что... Так, стоп, это не то. Просто есть где-нибудь рецепт на серебряные эти? И? Так... Эссенция воды, алмазная пыль, алмазные накладки. Здоровье плюс 10. Что-то как-то они звучат пафосно, а выглядят как-то... А, вот, доспехи Драуга. 1300, нифига себе он стоит. Ну, он прям хорош. Крепкое сукно у меня его нету. Эссенция Драуга у меня будет. Сейчас мы его завалим. Укрепленную кожу. В смысле часть панциря Драуга? У меня же есть. Сейчас, где тут? Ну-ка, стоям, во. Я просто не помню, в чем она у меня лежит. Да. Кстати, малый мутаген силы, здоровья. Главное, слабые не вкачивай, потому что слабые смысла особого нет. Паучий яд у меня и так есть. Подожди, а где? Ну вот, утковол. Почему про утковола у меня не было этой статьи? Так, я не понял. У меня был кусок этого. Я находил кусок драугарского... Вот, часть панциря Драуга. Сейчас еще раз, ну-ка, компонент. Часть панциря 0 из 1 почему-то у меня. Ничего не понял. Так, ладно. Это мы сейчас будем потом смотреть. Чем мы можем быстренько ему... А, вот, кстати, тесак. Давай-ка мы тебе тесак и саблю мы тебе продадим. 1300. Блин, да, это вот прям вот чуть-чуть осталось. 6. Масло трупоедов. 3 стоит. Они все для задания. Ну, не знаю, нужны они мне, не нужны. Они ничего не занимают, их по одной монете можно продать. Приманка для накеров и троллей. Забирай, не буду я ею пользоваться. Так. Чуть силы знаков, да-да-да-да. Ну, мне же, надеюсь, дадут сюда вернуться. Можно, в принципе, пойти забрать какой-нибудь один меч и его продать. Мне нужно 1300. Крепкий серебряный меч с красной метеоритной рудой. Между прочим, у меня на него хватает все. А там не будет написано, сколько в нем этих? 30-32. А мой там сейчас... Не, ну, в принципе, он уже...
С метеоритной рудой, с желтой метеоритной рудой. А с голубой метеоритной рудой, с желтой метеоритной рудой. И с красной. Вот этот уже прям такой хороший. Так, ладно, крепкое сукно у меня есть. Хрень. То есть, в принципе, то, что... Блядь, ладно. Вот так, по идее, он отдельный сейф делает. Ладно, буду надеяться, не проебу все дело. Мне просто не хватает чуть-чуть денег, мне надо еще немножко. Ну, поехали. Так, это конкретное место или можно просто в Амгулу зайти и... В принципе, это прям всем похеру. Ну да. Ну поехали. Антоновка подоспела. Эх, не нам ее срывать. Сейчас будете вражьи головы срывать. А чего мы ждем? Ай да, резать каэдвенских суп. Еще не время. Иногда я и не помню, за что мы сражаемся. Могучие короли без войн никак обойтись не могут. Так пускай бы Димовент с Хенсельтом на твердой земле сошлись. И решили бы все, что нужно. Мой Шурин родом из Каэдвена. Нормальный мужик. Я там бывал как-то на ярмарке. Товар мне продали хороший, да и подешевле, чем у нас. Заткните глотки, мать вашу! Каэдвенцы — животные! Знаете, что они сделают с нашими бабами, если мы дрогнем? Они пришли сюда грабить и жечь нашу землю. Так что мы, сами ее отдадим? Вперед, сучье семя! Нет, ждать сигнала. Хватит медлить! Молчать! Лучники, стрелы поджигай! Цель в первый вал! Вперед! Хватай вражье знамя! Ага. Да, в смысле, я... Вы серьезно? Почему я в таком виде? Ну, окей, ладно. Так, перекатываться я не могу. Действует-то, блять, я ничего не могу сделать. Я даже перекатываться, блять, не могу. Да, табу. Типа мне придает силы всяческая чушня, которая на репостике не успел сделать. Ну ладно, окей. А можно я в своем обличии подерусь, ребят, пожалуйста? Захватили. Они перестреляют нас, как уток. Надо предупредить штаб. Это засада. Без подкрепления мы не справимся. Я должен их предупредить? Нет.
княжна де Сифилис. Давай живо, пока нас не перебили всех до единого. Я не дойду. Это мой первый бой. Я первый раз убил человека. У меня руки в крови. Доложить командиру, что знамя попало в руки врага. Прячься! Стрелы! Да блять, ну а как это? Охуительно, просто заебательски. Ну давай быстрее. Я ж забежал, типа, ну простреляли стрелы и дальше что? Они перед... Надо... Что-то внезапно на правую кнопку стало, все на левую было. Да победил я уже. Доложить командиру. Прячься! Стрелы! Да как тут успеть-то, блядь? Вы что, издеваетесь, что ли, блядь? Что это за хуйня? Охуеть, вот это да, блядь. И как, блядь, я должен здесь успеть? А сохраниться, конечно же, нельзя будет, да? Прячься! Стрелы! А! Когда начинаем втыкаться, вот такие раз и быстренько бежим. Прекратить обстрел! Это наши! Бррр. Господин генерал, бурая хоругвь попала в засаду. Мы не прорвемся. Кажется, твои разведчики осматривали поле битвы, капитан. Ты красавец. Так точно. Должно быть, они выкопали рвы ночью. Днем поле было чистое. Ночью госпожа Глевисик вела наблюдение при помощи магии. Каждому разведчику 10 ударов. Каждого третьего повесит. Генерал, нам нужна подмога. Не будет подмоги! Разбирайтесь сами. А ты, Глевисик, с тобой я рассчитаюсь после боя. Король узнает о твоих делах. Сражения выигрывают или проигрывают, полководцы, не чародей. Учти, я тоже подам рапорт и... Разговор окончен, ведьма. Пора побеждать, господа офицеры! Отправляйтесь к своим частям! Чувак, состоящий из кучи мусора, прям хорош. Мы идем в бой! Может, ты и окончил разговор, но я еще нет. Надо весь век. Ну
Чем тебе помочь, Сабрина? Мое положение при дворе Хенсельта под угрозой. Кроме того, если Вандергрифт выиграет битву, ничто не помешает Хенсельту захватить верхний Эйдирн. Равновесие сил на севере будет нарушено. Что ты собираешься делать? Я обрушу огонь Мелгора на поле боя, убью Вандергрифта и ослаблю обе стороны. У нас есть Геральт еще как бы. Применение неконвенционного оружия наказуемо? Что-то да, мы подписываем. Я понимаю. Гегемония Хенсельта помешает планам ложи. Мы поможем тебе, но помни, в случае неудачи ты можешь надеяться только на себя. Да. Это все, на что вы способны? Быстро же вы дохнете. Кто из кайдвенцев выйдет против Сельдкерка из Гулетты? Ну ладно, мы хоть в какого-то крутого чувака на этот раз. Победить генерала кайдвенской армии. Ну, пацаны, давай, поехали. Да хорошие же блоки были. Ну давай, мужик, уже, давай, давай. Блядь. Так, он, конечно, вроде как может перекатываться, но только во время анимации. Собственно, так могу сохраняться? Только по чекпоинтам, окей. Сейчас же репост был. Отходим. Ладно, по одному будем сильно, ничего. Ты заебал! Ладно, ладно? О, все, отлично, одного меньше. Здоровье у меня не уменьшается, между прочим. Ну окей. Ну-ка. Красавец какой. Это шлемы, я думаю, какие-то штуки сейчас из них что-то вылупятся. О, господи, это я должен буду... Гадость какая. Я думал, Геральтом его буду убить. А, Геральтом, отлично. Пока ты мои родимые перекатики, без них как-то тяжко. Домоправитель, я всегда хотел с ним встретиться. Отступись, дух. Я не упущу возможности вызвать Вандергрифта на поединок. Ты дурак, нет? Он тебя убьет. Сельдкирк не боится смерти. Если ты погибнешь, твои солдаты будут умирать каждый день. Без конца. Отойди, эта работа не для рыцаря, а для ведьмака. Я делаю это ради моих людей.
Ну, слава богу, благоразумный хотя бы. Да, бля, можно сохранить? Ребят, сейф как бы сохранится, F5. Так, ладно, значит, серебряный меч. Сейчас, секундочку, что тут у меня? Для гарпии как бы нахер все это надо? Хотя у меня бомба есть. Сколками оглушение. Кстати, оглушение, в принципе, неплохо. Прям, я могу? Нельзя. А, ну ладно, давайте мы вот этим попробуем бомбами. Понял, понял, уходим. Да, очень сильно так. Давайте вот так вот поставим. О, неплохо так. Репостик-то работает. Пощады. А, да, это же не он. Все, извините. Вот главный, это пидорас. Ты меня подвел. И все. Кто ты? Я твой кошмар! Так, если что, вот это возьмем на привычку. Опа-па-па-па-па-па, валим. Валим. Нарани-наранай, нарани-наранай, нарани-наранай-рай. Так, ладно, давай. Да не хуяшь себе ты. Ну, кстати, неплохо так пролетает. А? Не надо лучников. Ага, сейчас размечтался, блядь. Хуючники, блядь. На тебе. Сейчас главное броню ему сбить, дальше будет полегче. Как вовремя бомбы-то у меня прям. Опа. Опа. Ай, немножечко попался. Чего страшного? А? Так, ну-ка сейчас. Ой, не-не-не! А, Геральт, ты что творишь, блядь, достань меч! Я не ту кнопку нажал. Во! Ну-ка. Давай узнаем, как ему Игни нравится. Требушет! Опа! Не надо! Ах ты говна, кусок! Требушет! Интересно, сколько их еще? Хороший вопрос. Я что-то не очень понимаю, а как от них? А, там видно, куда упадут. Окей, ладно, я что-то не... Можете попробовать? Лучники! Да ебаный ты ублюдок! Давай лучников курим. Так, сейчас. Спасибо тебе, скала. Он все-таки арт лучше работает. Так, что-то... Где он? Требушет! Да я отбежал оттуда, ёб твою мать! Лучники! Ну охуеть теперь, и чё теперь, блядь? Он постоянно теперь спамит требушет, лучники, требушет, лучники. Охуительно, блядь. Вот это зона поражения, это я понимаю. И сейчас весь бой с самого начала, естественно, да? Лошады Микантара, да, я уже понял. Охуенно, да, охуенно, спасибо большое. Так, хотя бомбу мне, то есть, оп. Так,
А что это он сразу... А, то есть у него уже была такая атака? То есть мне просто повезло, что он ее ни разу не заюзал до этого. Лучники! Вот он. Надо сделать одну атаку и все. Требушет! Лучники! Да, блядь. Теперь они здесь почему-то достают меня. Да вылези ты, ну ёб твою мать! Ну охуенно драться, блядь, с боссом, когда у тебя... Еще звук постоянно пропадает, ударов. Я не понимаю, я по нему наношу урон или... Вот, вижу теперь. А давайте узнаем самое главное. Окей, давай, иди сюда. Ну, окей. Они так и не поняли, в чем дело. Блять, ну почему ты не отпрыгиваешь, пидор? Какого хуя там второй раз стал бомбу кидать? Сука, нажимаю пробел, он бомбу еще раз кидает, охуеть. Остальное писюлька осталось здоровье. Блять, я не вижу, что эти битвы с боссами, когда ты, сука, половину кнопок, она не действует по какую-то хуй. Ну, вот охуенно, да? Охуенно, да, начало, блядь? То есть я просто начинаю, и сразу прилетаю по ебалу, пока он стоит, там поднимает меч свой, блядь. Да, блядь, ты можешь встанешь, ну. И, честно говоря, на уровне вот чистой эмоции в бою. Лучники! Не глядя на полоску здоровья, вообще нихуя не понятно, ты по нему попал, не попал. То есть, ну, в смысле, урон прошел, по нему нет. Вот сейчас опять я нажимаю на пробел, а он решает почему-то кинуть бомбу. Спасибо, спасибо, блядь. Ну отпрыгни оттуда, блядь, пидорас. Ну что вот это такое? Ну ёб твою мать. Как я люблю боссов, которые в углу тебя, сука, зажимают, и ты просто ничего не можешь сделать, потому что персонаж долбоёб, блядь. Лучники! Вуючники, блядь. Ну! Он не кидает. Ты можешь... Ему прям не нравится. А, тут очень хорошо. Ой. На, ну здорово, он меня еще достает везде фактически. Охуеть! Охуеть, блядь. Мне очень нравится начало этого боя, блядь. Когда ты проигрываешь, потом стоишь, Геральт стоит, ты не достает меч. В этот момент его пиздят, блядь. Ну ты ничего не можешь сделать, потому что идет анимация, как Геральт достает меч, блядь. Ну здорово, блядь, спасибо большое. Интересно, сколько их еще? Вот, вот он стоит и стоит меч, он даже не идет, блядь. Я же не говорю про перекаты, про что-то еще, он даже просто не движется. Да, блядь, ты можешь... Отпрыгивать, сука, когда я на пробел нажимаю, урод, блядь.
Его главное не сбивай, этот... Блядь! Замечательно! Точно встает, я не могу никуда отпрыгнуть. Ни вправо, ни влево. Трабушет! Вот здесь непонятно было вообще, куда ударит, блядь. Староват я для этого. Блять, вот он мудак. Вот я нажимаю бросить бомбу, он стоит. Ну хули ты встал-то, ну ёб твою мать, сколько раз тебе надо нажать, что ты, блять, ты... Хотя не кончится, успели. А, ну здорово. А прикол в том, что я не могу ни эликсир выпить, потому что это заранее. Я не могу войти в режим. Вот охуенно качаться, допустим, на эликсиры, да? И ты в этой битве ни разу не можешь просто взять и выпить эликсир. Нахуй тебе нужны эти эликсиры, бомбы, блядь? Блядь, я, сука, просто, блядь, слов нет. От холера. Сразу с козырей решил зайти, да? Вот опять, сука, сколько раз тебе надо нажать на кнопку, чтобы ты, блядь, действие выполнил? Лучники! Куда-то могу прыгать? А, я тут могу носиться. Блять, я думал, здесь типа зона такая, что сюда нельзя. Я там пытаюсь, блять, это... Лучники! Так, ладно, окей. Это тогда немножечко обращает задачу. Здесь попросторней. Ладно, будем как этот. Перекаты, перекаты, я маленький такой. Требушет! Блять, а, то есть ты его уже ударили, он упал, и когда встал, вспомнил, что перед этим я нажимал на кнопку броска бомбы. Вот это мне нравится. Не-не-не, ну тебя нахуй. Конечно, босс должен быть сложным, не по-идиотски же сложно. Ну сколько ты будешь так летать, блядь? Они так и не поняли, в чем дело. Блядь, я не могу никак уловить тот момент, когда он... Ну и у него меч, конечно, в километр длиной, он, естественно, меня везде достанет, блядь. Блять, ну естественно, сука, комар прилетел. Прям в самый, блять, нужный момент. Уёбок, блять. Лучники! Опа. Я в домике. Нет, это так вот не работает, окей.
Ну? Чё? Требушек! Ебать, тебя в сраку. Охуенно, блядь! Я просто отпрыгиваю от одного, и пока я отпрыгиваю, у меня пролетает другой. Вот, блядь, и как я должен был предугадать, что он упадет туда, блядь? Если там этого было не видно, блядь. Оху... И он бежит прямо в меня, то есть я отпрыгиваю в сторону, а он за мной, куда вот я качусь. Вау! Блядь, какой же охуенный босс, просто слов нет. А, ну все, я застрял. Слава богу. Все, блядь, я застрял. Там дырка, блядь, размером с этого слона. Но я не могу туда проскочить, потому что там невидимая стена. Ну охуенно, блядь. Сука, блядь. Уроды, блядь, ебаные. Сука, терпеть не могу вот этих вот таких боссов, блядь. Сдохни. Здорово, здорово. Молодец, Геральт. Блять, ты вдвойне молодец, ты дегенерат. Блять, ты можешь в него попадать. Сука, на нем таргета же нету, но ты же вроде должен прям вот только в него и кидаться, блять. Что ты делаешь, лучники! Ебать? Что ты делаешь, блять, дебил ты тупой. Требушек! Сука, пиздец какой-то. А вот сейчас прям был прям в центре. И в меня не попало, блядь. Блядь, как же камеру шатает, пиздец. Вот нахуй это здесь надо, блядь, я не вижу, куда бежать, блядь. Из-за этого, ну ебаный рот! Лучники! А, ну да. Но в бою здоровье не восстанавливается. Я туда не пойду, блядь. Спасибо, спасибо. Я оттуда убежал, а у меня в спину еще не пролезет. Как я должен этого избегать? Я не понимаю, как я могу избегать того, чего, блядь, я не вижу? Я вот отпрыгиваю типа вперед, а сзади мне пролетает еще одна. Ну охуенно же, правда? Правда охуенно? Пиздец, блядь. Блять, то он попадает в него вообще, хуй пойми откуда, то вообще не попадает.
Они так и не поняли, в чем дело. Что ты несешь, блядь? И я промазал бомбу, охуенно. Ай, блять, это была плохая идея. Я уже потом заметил, куда он встал. А сейчас я попал по нему с такого расстояния и, блять, за камнем? Серьезно? Так, валим отсюда мы его нахуй. Ебать тебя в рот! Сидел бы лучше дома, Вандергрифт. Проклятые маги! Обидно умирать после такой победы! Боги, что против чар поделаешь? Это чародейский граф! Нечистый огонь! Горе нам! Зачем они это делают? Как гласит пророчество. Грядет час, когда чародейки обратятся против людей, а огненные шары падут с небес, и свершится гибель. Делать-то что? Смерти ждать? Я выведу вас, как пастырь выводит стадо в безопасное место из мрака отчаяния. А здраура я ничего не получу, что ли? Да, я вас выведу, конечно. Ну, это... Хорошо, хоть что их реально не надо оберегать. Прекратите это! Наши люди гибнут! Это убийство! Спаси нас, государь! Сабрина, это твоих рук дело? Велите трубить атаку, ваше величество. Войска Аэдирна бегут. Не только Аэдирна. Посмотри на этих безумцев. Еще утром они были цветом моего рыцарства. Если им дать подкрепление, они справятся. Кто позволил тебе использовать чары? Государь, если вы ударите сейчас, верхний Аэдирн будет вашим. Ты запятнала мою честь и обрекла на смерть десятки рыцарей. Государь, битва была проиграна. Ты опозорила меня перед Димовендом. Его бойцы сражались до конца, как подобает людям чести. Я приговариваю тебя к смерти, Сабрина Глевисик. Ты будешь сожжена на костре. Я еще вернусь сюда и возьму свое. Ну, собственно, вот так вот она и попала. Туда, откуда мы ее уже изгнали потом. Точнее, не потом. Блядь, этот босс, это прирёстный пиздец какой-то. Это к вопросу, почему мне там... Да, ты будешь Dark Souls проходить, да, вот это вот. 25 июля 70-го. Леса Ангрена. Даже ведьмак не сумеет отбить удар, который нанесет Аслиск хвостом. И Лето не сумел, но каким-то чудом выжил. Я помог ему. Ведьмаки на пути должны помогать друг другу. С ним были два товарища. Братья-ведьмаки из Школы Змеи. Охота по-прежнему стремилась на юг. И Лето знал, куда именно. Он знал, где закончится скачка. Наконец-то ты проснулся. Где мы?
В самом безопасном месте в лагере, дружище. Это бордель? Ага. Как я сюда попал? Я нашел тебя на поле. Ты там валялся без чувств. Мгла. Исчезла 3 дня назад. 3 дня? Ты уверен? Угу. За это время Руше уже съездил вглубь Каэдвена с какой-то таинственной миссией и вернулся. Ты сюда к шлюхам пришел? Ты шутишь? Верный товарищ еле жив, а я буду развлекаться. Хочу напомнить, что ты сейчас в борделе. Но по служебной надобности. А это не считается. Так. Седрик был прав. Сила призрачной битвы возвращает память. Перед тобой открылась следующая глава поэмы «Геральт из Ривии». Я вспомнил, кто помог мне догнать дикую охоту. Кто? Лето. Убийца Фольтеста. Я спас его от смерти, а он знал, как искать дикую охоту. Но я не помню, спасли мы Йеннифер или нет. Что здесь произошло, пока я был без сознания? О, да много всего. Ты изгнал призрачную мглу, Хенсельд задержал наступление, а Детмольд рехнулся. В смысле? В каком смысле Детмольд рехнулся? Хенсельд прижал его за то, что тот не рассказал ему о заговоре. Потом еще добавил, потому что колдун не поймал главных заговорщиков. Из-за такого он мог с ума сойти. Детмольд мужик амбициозный. Теперь этот амбициозный мужик хватает всех по малейшему подозрению. Допрашивает, пытает и вешает уже 3 дня. Словом, делает то, что умеет лучше всего. Почему Хенсельд задержал наступление? Дворяне-офицеры хотели получить какие-то гарантии того, что не будет договора с Нильфгаардом, и что они получат землю в долине Понтера. И Хенсельд согласился? Да где там? Взбесился, обозвал всех трусами, но с дворянами нельзя не считаться. 3 дня подряд торговались, в результате он убедил большую часть армии, что-то там кому-то пообещал, и двинулся на Верген. Битва, должно быть, уже началась. Известно, кто стоит за заговором. Кто предводитель? Арестовали Брикфельта, Кирима из Каингорна и Гуннара Блекенхеви со всей свитой. И никто ничего не знает. А я знаю, где найти главу заговора. Как это? Я всегда говорил, что бордель — это лучшее место под солнцем. Тут можно не только... Не тяни, Лютик. Я подслушал разговор свистушки Зоси. Пусть тебя не обманывает ее прозвище, это прекрасное... К делу. Да мы узнаем ее. Не знаю, с кем она разговаривала. Я не видел его лица, зато слышал, что он сказал. Шеф передаст указание. Сегодня в доме над обрывом. Лютик. Вот еще что. А? Твои памфлеты. Если Детмольд узнает... Ты прав. Нам надо уносить отсюда ноги. Тебе надо уносить ноги. И быстро. Я не оставлю тебя, Геральт. Нас ждут приключения. Вот-вот падут целые королевства. Будет о чем слагать баллады. Лютик, холера. Игры кончились, ты что не понял? Если Детмольд до тебя доберется, ляг на дно где-нибудь подальше от долины Понтера. Ну ладно, я сделаю это только для тебя. Съезжу в Оксенфурт, передам привет общим знакомым. А когда весь этот скандал утихнет, я тебя найду. Кто бы сомневался. У нас еще остались неоконченные дела. Ты-то что будешь делать? Найду Шиалу и убийцу королей, верну себе память, но прежде всего узнаю, кто стоит за заговором. Есть у меня кое-какие подозрения. Ты думаешь, это Шиала? Уезжай, Лютик. И до встречи, старый друг. Как говорится, Лютик, блядь. Встретиться с заговорщиками в доме на холме. Так, погодите. То есть мне реально лута с этого чувака вообще никакого не перепало, да? А, трофей из Драуга. Броня плюс 5, здоровье плюс 55. Броня плюс 3, здоровье... Ну вот он лучше, да, окей. А где тут все?
Вот я чуваку отдал на хранение вещи. Вот где он? Я просто, блядь, нет. Это какая прелесть. А понимаешь, я их не собираюсь забирать. Я такой, скорее, просто чтобы... Так, ну-ка, погоди-ка. И все же, что ж мне тебе... Блять, вот то мышка работает, то нет. Вот что это, блять? Даже не знаю, масло от инсектоидов. Мне нужно 32, получается. Я масло от трупоедов тебе все продам. И... Да и давай паучий яд, я его все равно не буду. А, еще два. Еще два. Каких у меня больше всего? О, глаза трупоеда, давай. Пять. Во. Так, сейчас я просто хочу сходить купить тут себе чертеж. А! Просто сундук теперь. Ну да. Ну и хорошо. Тут на всякий пожарный. Стоять! Король выступил на Верген! Лагерь закрыт, никого впускать не велено! Стоять! Король выступил на Верген! Лагерь закрыт, никого впускать не велено! Ну заебись, я проебал, значит, да, это... Блин, ну это прям обидно, серьезно, ну что за хуйня, почему я не могу купить? У тебя же нету его сейчас, ну мало ли. Нет, конечно. Ладно, тогда давайте на этом все. Все, ссылки в описании, прочее, у меня жопу порвал этот босс, и мне обидно, что я хотел купить себе наконец-то чертеж и сделать потом доспех. Ну, возможно, он где-то еще будет, но... Типа вот в лагере все, больше ничего не осталось. В лагерь больше нельзя. Ладно, все, всем пока.